Ушел из жизни белорусский поэт, писатель, журналист и общественный деятель, почетный гражданин Светлогорска и истинный патриот Изяслав Григорьевич Котляров. Родина человека не только там, где он родился. Для Изяслава Григорьевича, уроженца города Чауса Могилевской области, главным местом жизненного и творческого пути стал Светлогорск. Но мастер слова никогда не делил родину на большую и малую. Воплощение его благородных идей – знак Багратион, мемориальный комплекс Алла и десятки других обелисков. И все же главным инструментом было слово, которым мастер владел в совершенстве. Из-под его трудолюбивого пера вышла плеяда поэтических сборников, поэм, произведений прозы и публицистики. Пронизанные глубокой философией, наделенные мелодичным звучанием, наполненные яркими чувствами и сохраняющие в себе историческую объективность, его слова проникают в сознание, оставляя в душе неизгладимое впечатление. Говорят, что жизнь человека – отрезок, каждую точку в которой составляют не годы жизни, а дела, которыми отмечен его земной путь. Каждый шаг Изяслава Котлярова принес людям щедрые плоды его творчества, его глубокомысленных идей. Они служат духовным наследием нашего общества и являются продолжением жизненного пути мастера, который словом и делом каждую минуту своей жизни от замысла до воплощения служил людям, отдавая всего себя. Дорогие братья и сестры, все грустно по сравнению с вечностью. Так начинается одно из стихотворений Изяслава Григорьевича. Вот и настало для него время радости, потому что тот, кто любит Христа, исполняется радостью при встрече с Ним.